На улицах Жарова и Ярославская кипит работа. Участки небольшие, порядка 350 метров каждый. Но это важные артерии города, по которым курсирует общественный транспорт. В настоящее время здесь ведут подготовительные дорожные работы. Затем здесь уложат новое покрытие, выполненное из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Считается, что он ведет себя намного лучше, чем старые асфальтобетонные смеси, поскольку в нем отсутствует песок, как один из компонентов. Мы ожидаем, что срок службы данного асфальтобетона будет увеличен. Дорожные работы проводят комплексно. Восстанавливают не только асфальтобетонное покрытие, но и делают тротуары. В районе пешеходных переходов появится тактильная плитка. В целом программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже реализована наполовину. По 13 объектам заключены контракты, идет работа. Остальные 13 выполнят не позднее 1 сентября. В таком случае у города еще есть шанс получить дополнительные средства на ремонт дорог. У нас есть задел на будущее. Мы сейчас уже занимаемся проектами и на следующий год, и у нас есть уже готовые проекты, которые при выделении дополнительных средств мы готовы реализовать. Речь идет о таких улицах, как Куконковых, Карла Маркса, Фрунзе и Станкостроителей на участке от кольца автовокзала до улицы Некрасова. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.